Приветствую вас. Я думаю, что дело здесь все в том, что вы не принимаете себя полностью, свои чувства, эмоции вы не принимаете. Я думаю, что сами себе в отрыве. В отрыве, условно говоря, вот там, допустим, других людей. А вы не позволяете себе, вы не позволяете себе того, что позволяют дети. Ну, вы об этом в курсе. Вы в курсе этого, о том, что вы себе не позволяете чего-то. И поэтому дети вам, в общем и целом, так вот неприятно, потому что если бы вы себе позволяли бы, если бы вы позволяли бы себе, ну, например, да, чувствовать, выражать эмоции спокойно, свободно. Вот, естественно, адекватным образом, адекватным путем, вот, то я думаю, что все было бы хорошо. А так получается, что вам обязательно нужен кто-то для того, чтобы ну, чтобы иметь возможность значит, проявлять свои чувства, проявлять свои эмоции. Вот отсюда и нелюбовь к детям, ревность к ним и прочее. То есть это вполне нормально и закономерно. Вот, если мы говорим о, ну, о вашей ситуации, да, если мы говорим о том, что с вами происходит. Другой вопрос заключается в том, что делать с этим, да, с этим, с этим нужно что-то делать. И вот весь вопрос заключается в том, готовы ли вы с этим что-то делать. Потому что, например, если не готовы, то все будет так оставаться в таком, ну, не очень хорошем состоянии, да? Поэтому решать, конечно, вам этот момент. Ну, я свою позицию, в принципе, высказал. Вот, на позиция продиктована моими знаниями и опытом работы с людьми. Вот, почти никогда ненавистите мне бывает на пустом месте. То есть, что такое ненависть? Ненависть – это определенное сильное чувство. Ненависть подразумевает необходимость, желание убрать какой-то, ну,
какой-то объект. Из поля зрения, чтобы он этот объект не напрягал, чтобы он этот объект не раздражал, вот, и прочее. И в общем-то, в целом, такая позиция, она вполне естественна. Потому что, если меня что-то напрягает, если меня что-то раздражает, то, конечно же, я буду стараться от этого избавиться. Это совершенно естественная история. Вот. Другой вопрос. От чего я пытаюсь избавиться? Понимаете, какая штука. Это вот уже куда более интересно. Момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Даже надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.